Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру World War Dog. Так, у нас с тобой готов сундучок к открытию, ну-ка. Воздушный сундук. Так, монетки. Ага, армия пчелок. И все? Это все? Ладно. Так, мы можем... Опа. Мы с тобой можем прапать наших пчелок. Пчелконавты. Еще бы назвали их халконавты, ё-моё. Так, и... Кто это у нас? Этот огнеметчик. Майор Пиромант. Да-да, его тоже мы прокачиваем. Так, я могу еще ему левел поднять. Так, ну что, друзья мои, сегодня можно попробовать в принципе. Так, открою эту способность, чтобы менять команданты при помощи скинов. Ну, давай. А, это еще не скоро. Все, я понял, я понял. Так. Ну, персонажи тут, конечно, всяких будет. Ёлки-палки. Просто дофигища на самом деле. Так, ну что. Давай-ка, наверное, с тобой подеремся. Нет, не на... А, подожди, забрать, конечно, заберем. Ё-моё, я думаю, куда он мне все показывает там своими пальчиками. Оу, 10 гемов. Thank you. Так, сыграй 2 боя. Открой 8 карт. И набери 160 единиц мощности. Попробуем. Колледж диктаторов. Блин, я хочу вот эти ребята ракеты, легендарные. Ну чё? Тут 8 часов будет, да, открываться. А я могу сразу его открыть? Сколько стоит открытие этого сундука? 48 гемов. Я могу его сразу открыть, друзья мои. Золотой воздушный сундук. 3 карты в нем. Так, 64 монеты. Пиромант. И... Как их звать-то? Пираньи? Да, ребят, пираньи. Слушай, на самом деле, я думал, в этом сундуке будет, ну, что-нибудь такое, типа, вот, эпика. А мне дали каких-то обычных пираний. Давай улучшим их. Стадо пираний. Так, замечательно. Ну, а теперь действительно пора повоевать. Поехали. Ой, подожди, подожди. Блин. Забыл нажать на открытие сундука, ё-моё. Всем известно, да, ребята, что мы здесь воюем за ресурс, который называется ДОХ. Кто это такой? Я не знаю, ребята. Так. Сиквел. Мы пока с тобой находимся на сиквеле. Так, что он там будет делать? Не знаю, ребята. Давай-ка пироманта вызовем. Ну, хорош, хорош. Куда он пошел? Нет, смотри, оборзел. Совсем оборзел парень, в корень. Что? Охлаждение? Он мне хочет башню сбить, прикинь? Он хочет мне сбить башню. Да куда ты пошел? Давай вот тут. Давай ее уничтожим. Такой деловой. Так, нам, по-моему, пора тоже с тобой, да? Рексика вызвать. И я это сделаю. Или не сделаю? Так, ну-ка давай усилим. Этот ползает там без ноги уже. Турель. А вот теперь повеселимся мы. Давай. Так, мне нужно, наверное, хильнуться. Давай, бомби ему. Ну, есть. То-то и оно. А я еще поставлю одного яйцо Терекса. Пускай пойдет ко мне. Мы сейчас победим по времени, ребят. Да?
А, 60 секунд осталось. Да все, ему крышка. Вылечить. Погнали, погнали, погнали. А мы еще вызовем Тирекса. Так, уходим, уходим, уходим. Давай, пираньи, вы быстро с ним справитесь. Четенько все. По-моему, ему крышка сейчас будет. Есть. Прикольно. Так, высиди Рекса один раз. Так, ну что, один бой мы выиграли. Нам нужно будет еще один бой, да, выиграть. Поехали. Поиск матча. Так, смотри-ка, чувачок в пиратском костюмчике. Ну давай посмотрим, кто кого. Так, я поставлю... Ага, мины. Я тоже поставлю мину и пироманта. Найс. Так, давай поставим турель сюда. Да ты запарила, а? Ну-ка, пираньи, валим. Какого лешего? Так, он там, по-моему, яйцо послал, да? Или мне показалось? Так, давай-ка мы усилимся, наверное, а? Достал он там уже меня тут. Что он там делает? Так, ну-ка, Рексик, выходи. Смотри-ка, этот издалека бомбит. Причем довольно неплохо. Запомним, что автоматчик может бомбить снизу. Так, ну что, идет Терексик. Наша задача его прикрывать. Как ты думаешь, да? Пошли. Да успокойся ты. Так, сейчас мы ему башню-то сломаем. Все, лечиться он теперь не сможет, друзья мои. Так, вот смотри, мы его там прижучили. Эх, тирексики мы его бомбанули. Блин, вот это вот противное, замораживает. Вот скажи мне на милость, как он себе восстанавливает здоровье, все, а? Ну-ка. Давай бомбить. Дурачок вышел сюда. У меня две турели тут стоит. Вот. Пошли бомбить его. Пошли, 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 пошли. Нечего уже тут, как говорится, на него любоваться. Давай, давай, родные мои. Так, а я пока Терексик поставлю. Так, уходим. Что он там пополз? Ползает. Ай-яй-яй-яй-яй. Шикарно. Так, жужу, вылетаем. Ох, сейчас ему не поздоровится. Всех сбил, да, гаденыш? Я думаю, ему крышка, ребят. Он уже тут ничего не сделает. Сейчас бой закончится. Все, победа за нами. Так, ну что, сыграл два боя. Блин, тут одну звездочку только дали. Это плохо. Так, давай-ка кое-что глянем с тобой. Во-первых, нужно активировать один из сундучков, который мы уже получили. А во-вторых, нужно посмотреть, мы с тобой вообще поднялись там по лиге или нет. И сколько вообще нам нужно еще побед, чтобы подняться. Так, смотри-ка. Забираем награду.
Вот что я там забрал, даже не показали мне. Так, на открытие. Давай-ка я, наверное, быстренько это открою. Монеты. Дядька. И турель. Дань готова, говорят. Забираем дань. 45 монет. Давай, беги. За данью. Ну, в принципе, пока все, да? Поехали. Тут еще награда. Так, если мы с тобой наберем... Открыть 8 карт и набери 160 единиц мощи. И это что у нас тогда будет? Защитный купол? В любви, как на войне, отсутствие защиты приводит к печальным последствиям. Вот даже как. То есть защищает наши башни, получается. Погоди секунду. Я опять забыл поставить, ребята, на активацию, на сундук. Ладно, фиг с ним. Сейчас быстренько здесь с тобой поделимся, потом успеем нажать. Опа, опа. Где они такие костюмы берут? Тила Килл. Гравитоны. Он состоит уже в гильдии, в гравитонах. Прикинь. Опа, смотри, он тоже начал. Хиради. Так. Давай-ка. Ну. Да бомбите вы его, он, блин, успевает захиляться там, ребят. Так, мы идем сюда. И бомбим этого Рекса. Да, ему крышка. А наш идет. А наш идет, ребята. И я пошел помогать ему. Так, надо химнуться нам. Он лишился башни. Ай, дурила. Так, ну что, мы с тобой пойдем, наверное, сюда. Так, куда ты идешь? Так, давай-ка мы с тобой, наверное, сюда поставим Рекса, чтобы он вылуплялся. Смотри, этот в одно лицо разбомбит сейчас башню ему, прикинь. Вообще круто. Ну что, теперь настала пора разобраться вот с этим охламоном. Кто это меня там жарит? Ах ты! Пиромант, оказывается. Так, нам нужно успеть, ребята, его уничтожить. Так, где у меня зарой-то? Я не вижу. Ага, все отлично. Ну, есть, мы его размазали. Конечно, его уничтожил вражеского команданта. Фух, тут можно еще матч-реванш заказать. Так, ну что, у нас с тобой храм с Бабамс. Это что такое? Что за храм с Бабамс? Смотри. Непонятно, что это такое. Так, расширенный поиск. Вы что, хотите сказать, что не с кем мне воевать? Обалдеть, ребят. Какой-то храм за Бабамс. Что за храм? А, противник найден. А что такое храм за Бабамс? Я что-то не врубился, ребят. Поменялась там какая-то эмблемочка у нас сверху. Ага, тоже голожопый, да? У него 529 кубков. Ого, смотри, храм у нас поменялась. Лока, ребята. Ёлки ты палки. Он... Что он там? Что он там делает? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Давай, выходи. Ой-ой-ой, надо отходить, ребят. Да ты иди, ты говорю. Так, пополз, пополз. Он что, идет ко мне, дурачок? Давай. Не успел клянуться, а. Вот паршивец.
Мы тогда пойдем ему башню уничтожать, да и все. Мы не будем тут на него любоваться, да? Что-то здесь не так все просто. А башню-то мы ему уничтожили? Тот и оно. Вот как он, гад, себе восстанавливает здоровье? Объясни-ка мне, пожалуйста, а? На милость. Ладно, с этим мы справимся с тобой. Так, давай-ка мы отойдем. Сюда поставим турелечку. Да? Это будет оптимально для нас. А вот и Рекс, говорят. Ну что же, давай, Рекс. Как тебе мои пираньи? Ох, как они тебя сейчас тут. Ага, он огнем жарит. Давай, добиваем. Есть контакт. Ну? Да что ж ты будешь делать? Он достал меня своими пираньями, если честно. Давай. Как он успевает, гаденыш, убежать? Объясни мне. Блин, мне нужно хильнуться. Смотри, я, главное, не могу залечиться. Вот я бегаю. И не получается. А он как-то отхиливается. Интересно, как? Он тоже, ребята, терексы сделал. Так, мы ему уничтожили, да? Все-таки башню. Так, готово. И лечимся заодно. Погнали. Есть, размазали мы его. Добегался там охламон. Да, непонятно, как он, конечно, бегает и сам себе отхиливает из жизни. Это что-то очень странное. Так, дай-ка я вернусь на базу и кое-что сейчас посмотрю. Ага, вот, видишь, у нас новая лига. Храмс-бабамс. Так, забираем с тобой вот эту вот. Выберите награду. Так, интересно. Давай, наверное, вот эту вот я заберу. Улей. Ага. Так, так сказано в вестнике пчеловодства. Порождает пчел раз в несколько секунд. О, даже как. Слушай, смотри-ка тут. Кромсатель. Слушай, ну это, по-моему, этот Джейсон, да? Медбот. Пещерник. Боится самолетов и самок пещерников. Шатдаун. Изначально создан, чтобы затыкать неугодные СМИ. Ну вот это, конечно, прикольно смотрится, да? Кромсатель. Так, а вот это кто такой? Ван Дам. А, Ван Бам. Ну, типа под Ван Дамма, да? А это что такое? Пербуратор X, почти как пербуратор какой-то там непонятно, только распознавание лиц добавлено. Окей. Так, ну что, у нас с тобой... Что за зависоны такие? У нас с тобой есть... Что такое? Бум на врага. Завершено. Закрываем. Так, забрать. Ух ты. Что-то все появляется, мелькает, мельчит. О, ребята. Защитный купол мы с тобой забрали. Прекрасно. Это для наших, я так понимаю, башенок, да? Нам нужно с тобой еще. Сколько там очков? Чтобы получить вот этот сундук. Я думаю, что нетрудно нам его получить. Так. Закрываем. Что ты мне тыкаешь? Забрать? А что забрать? Я же все забрал. Я вот смотри, я... Что сейчас было такое? Понял. Алмазы. Тут вот, оказывается, как. Здесь мы можем уже сундук забрать. Так, монетки. Мина.
Турельку мы прокачаем с тобой обязательно, раз у нас появилась она. Ну-ка давай. Да что ж такое-то, опять как эта награда? Я не могу понять, что я упустил-то. А-а-а, елки-палки. Форма, ну наконец-то я теперь не голожопый, елки-палки. Задание выполнено. А значит, здесь нужно нам с тобой 30 очков получить, да? Мы получим сундук. И здесь тоже 30 очков. Тоже сундук. Два сундука. Угу. Так, надо открыть на открытие. Нажать, точнее, да? Прокачаем с тобой нашу турельку. Так, до третьего уровня. Шикарно. Так, а вот эту вот карту можно нам предлагают взять. А вместо кого, если? Я не пользуюсь, в принципе, пиромантом. Может быть, вместо... Так, я еще могу ее улучшить, ее. Урон поглощен. Взять. Вместо... Пам-пара-пам-пам. Вот. Вместо кого? Потому что у нас будет здесь с тобой уже улей по умолчанию. И я могу надеть форму. Нажми на меня. Так, уже надел. Здесь можно изменить скины. А, ну я понял, вот скины. Скины, колоды и артефакты. Артефакты? В башне трофеев можно найти осколки дох и открыть новые артефакты. Тут еще и артефакты, оказывается, есть, ты прикинь. Исследование, я даже не знал. А что за башня трофеев, это где такая? Это, видимо, у нас... Так, членство в клубах. Вступить. Стать диктатором. Слушай, ну тут дофигища, ребята. Вот. Вот он, мой клуб. Вступить. Конечно, вступить. Это мой клуб, но делал за меня... Сева. Он мне написал, сказал: Рэй, я создам клуб, ты входи, я тебя сделаю лидером. Так, ну что, ребята, как вы видите, называется «Игроманы». Если кто играет, то заходите, как говорится, добро пожаловать. Так, ну что, а мы с тобой пойдем-ка, наверное, немножечко... Подожди-ка, а что у нас тут? А, до нового сундука. Так, друзья, подключи... Вот, надо подключиться, друзья мои, точно. Так, ну что, друзья мои, у нас Себастьян, это тот самый Сева, про которого я вам говорил, и самурай уже у меня. Так, ну что же, а мы с тобой двигаемся дальше. В бой. Что-то там опять... А, забрать награду. Ух ты, еще что-то. А что это такое мы с тобой забрали? Здесь сундук. Опачки, сундук-то какой-то хороший, наверное, да? Ох, ё! Друзья мои, кромсатель. Невидимый убийца с безумно высоким уроном. Ты прикинь? И снайперский выстрел. Действительно круто. Действительно круто, друзья мои. Так, а это знаешь за что? Потому что когда Себа делал клан, там были ссылки. То есть, если мы заходим... Он мне дает ссылку, да, свою. Если я по ней захожу, я получаю, по-моему, вот такие вот награды. По-моему, я правильно понял. Так, ну что, давай тогда, наверное, поменяем нашу колоду. Я так понимаю, мне кромсатель этот, я думаю, зайдет. Так же, как и вам. Слышал, он там чон-чон-чон-чон, что-то там кричит. Причем моему уровень какой поднимем-то? Офигеть, он уже 4 уровня. И я могу его дальше прокачивать. Он пойдет за тобой куда угодно. Незаметный убийца умеет очень больно бить первой атакой, если в это время был замаскирован. То есть он выходит из инвиза и бомбит. Урон 400 почти. Нифига, ребята. Да он еще такой жирный урон. Нифига себе, урон в секунду. Прикинь, 439. Так, мы получили с тобой новый уровень. Это прикольно, ребят. Третий левел. Ох, ты, имеет башня прокачиваться. Ну и, соответственно, наша башня гнева. Дан-дан-дан-дан. Какие веселые. Вот на снайперский выстрел, я не знаю, ребята. Ну-ка. Наносит большой урон одному бойцу. Не действует на здание.
Так, на команды действует слабее. Ну, на коменданта. Угу. Интересненько, интересненько. Урон. Нифига там урон, так смотри. Тоже такой довольно кислый. Я, наверное, возьму, ребят, эту карту. Вместо... вместо пироманта. Ну что же, а теперь давай-ка сходим в бой. Ячейки сундуков полны, я понял. Ох, сейчас будет веселуха, ребята. Бесстрашный. Да, ребята, игра с юморком. Ну, вы, наверное, уже заметили это. Так, ну что же. Ага, гади. Какой-то гади против нас. Но он по кубкам-то, ребята, намного круче, чем я. Че там, загрузка данных противника? В плане, это что еще за фокусы? Мне кажется, он вышел из игры. Да, ребята, противник покинул матч. Сиканул, так скажем. Ладно, это мне сразу что-то вспомнилось вдруг. Растение против зомби-герои, когда ливают бойцы. Так, давай потом как-нибудь вот это вот сделаем. Так, подожди, что-то тут опять у меня. Или мне показалось, нет? Так, опять какая-то награда. Что мы с тобой опять заслужили? Давай глянем. Ага, сундук. Золотой воздушный. 62 монеты, дядька и стадо пираний. Окей, значит, нам остается только вот здесь еще получить. И все, ребята, и сундучок последний мы заберем. Ох ты, тут можно еще и эти взять. А это? Поцелуй мою задницу. Упс. Хорошая игра, удачи. А что за... подожди, что за танцы? Предосмотр. Так... такие крутые танцы. Вот это чисто наше. Так, откройте в магазине. А ну-ка. Слушай, прикольные танцульки. Мне доступен только лишь один, ребята, стандартный танец. Издевки. Вот это мне нравится. Целую, типа. Так, ну что, я пошел. Да я помню, помню. Что вы мне напоминаете, что у меня, типа, все забито, издевки. Не успел нажать. А как, интересно, их применять? Прямо во время боя. То есть это можно подстегнуть врага, да, если что? Так, Lazy Flower 43. Вы сейчас издеваетесь? Сирун. Опачки. Безумие джунглей. Ну что, ребята, посмотрим, что у нас тут получится. Храпалька дает, да, типа? Типа ему неинтересно. Опа, хилбот, прикинь, у него. А я поставлю яйцо на Тирекса. Так, он, ребята, активируется. Ну-ка, пойдем. На. Сейчас мы сделаем с тобой вот так вот. Пираньи, ну. Слушай, а где мой этот-то? Я не могу понять. Ой-ой-ой, что там происходит? Фига там пираньи 4 уровня, вы серьезно? А что он там делает? Это, ребят, собирай. На, гаденыш, получил снайперским выстрелом в лоб. Откуда у него такие эти-то? Друзья мои, откуда у него вертолеты?
Я не могу врубиться. У меня такого нету. У меня такого нету, ребят. Ты посмотри. Я эти вертолеты вообще ничем не могу, ребят, подбить. И где мой этот убийца, который должен был быть? Чё-то я вообще ничего не понял, если честно. Вообще ничего не понял. Ну-ка. Давай-ка реванш посмотрим. Сирун, да, значит, говоришь? Блин, отказался, что ли? А где мой тихий убийца-то, я не понял. Его даже не дали мне в этом бою почему-то. Хотя он должен был быть. Может быть, я его не взял? Да нет, взял я его. Так, кибердядька можно выбросить в тылу врага. Так, Дидидекс. Окей. Ну, по крайней мере, теперь уже начинается интерес, ребята. Не какая-то там халява. А действительно реальные бои. Я, правда, пока не понял. Опа. Мины мне, наверное, не нужны, блин. Вот что я тебе скажу. Но блин, в наглую просто ходит здесь по моей территории, прикинь. Тогда я защиту сюда поставлю на купол. Вот смотри, он побежал. Так, давайте Рекса попробуем вызвать. Опа, это у него, что ли? Ага, у него, значит, тоже такой есть, да? Что-то выжидает. Он что-то выжидает, ребята, ждет. Может быть, даже купит энергию. Так, поставим сюда мину. Вот эта мина, мне кажется, беспонтовая. Да ты будешь турель-то бомбить, господи. Есть. Так, уходим. Уходим, говорю. Блин, я не могу понять, где мой тихий убийца? Скажи-ка мне на милость. М? Так, сейчас будет усиленная, ребята, битва. Угу. Так, вызываем улей. Давай, дядька, выходи. Так, слушай, мы подбили ему башню. Давай теперь его уже самого будем подбивать. Мне кажется. Давай, 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 есть. Ну там меня, конечно, разбомбили вообще моментально. С этими вертолетами я даже ничего не успел сделать. Окей. Так, ну что, давай искать следующий бой. Погоди, ай, ладно. Я хотел посмотреть, где он у меня. Я его взял вообще в команду или нет? В основной состав. Этот чувак, который с мачете-то ходит. Джейсон. Ну, типа Джейсона. Мне кажется, что я его, по-моему, не взял. Так, кто у нас тут? Амар. О, как. Амар. Что, начнем, наверное, с яйца, да? Ладно, смотри, ты видел? А он пошел, ребята. Да вот уж фигушки тебе. Давай тоже тогда усилимся. Вот как он это делает, ребята, блин?
Пошел, главное, с полным хп, блин. Ё-моё, это что такое сейчас было? У него тоже снайперские выстрелы, прикинь. Не будем. Так, окей. Еще давай поставим яйцо. Так, я мину сюда влеплю. Нет. Пока не надо. Так, ну что, Терекс у меня готов. Сейчас мы поставим с тобой улей. И вперед. Так, защита. Как ты меня достал, а? Давай, отлично. Башню ярости мы ему уже уничтожили. Гаденыш, а? Опа. Фига, из-под тишка, прикинь, вылез. Так, лечимся. Давай защиту поставим. Ну как он это делает, я не понимаю, ребят. Ну ты посмотри. Ну как он делает? Давай, давай, давай. Башню уничтожили. Так, мы тоже сейчас с тобой попробуем захиляться. Ребят, ну это несправедливо. Как вот он восстанавливает себя быстро? Нам надо его запинать. Ну! Есть! Фух, я офигею. Я не могу понять, почему они восстанавливают себе потихоньку здоровье как-то. Как они тут делают? Так, ну-ка давай выйдем обратно. Посмотреть кое-что надо. Так, что у нас тут? Открыты события. Какие еще события? Мы только что добрались до вражеского штаба. Под моим руководством одна из обезьянок научилась воровать добычу. Мне тут нужно найти особый дох. Вот немного бананов, чтобы обезьянка не ленилась. Постарайся не дать обезьяне испачкать твою форму слишком сильно. Это что такое? Выбери карту любую. Ну давай. Отлично, больше добычи. Побеждай дальше. А, кажется, обезьяна никуда не полезет без банана. Сразу же было ясно, что пригодятся. Ага, вот оно что, друзья мои. Нужно снова выбрать. Если мы доберемся до красного коменданта, обезьяна попадет в ловушку. Ага, то есть если я на него нажимаю, ребята... Все, я понял. И я подкупил охрану, чтобы он выбрался. Его больше нет. Так что можно взять карту. О, теперь у тебя есть осколок дох. Эта штука будет подороже твоего телефона. Скорее бы сказать тебе, на что способен этот осколок дох. Ты можешь продолжать восхождение, я буду в лаборатории. Так, ну что, давай следующий этаж. Давай вот это вот. Ага. Так. Гемчики. Погнали, следующий этаж. Ну-ка. Ох. Так. Пятый этаж. Это, я так понимаю, ребята, джекпот, да? На этаже джекпота нет красного команданта, только призы. Это круто. Так, ну что, наверное, все, ребята, да? Джекпот.
Так, или еще пойдем на следующий банан. Ой, на следующий банан, на следующий этаж. Так, уже опаснее. Ну-ка. Ага. А ты видел, там был этот красный комендант? Получи больше бананов за участие в ежедневных событиях. Забираем. Что тут у нас? Ага, это у нас было. Это что у нас тут такое? Снайперский выстрел. И 50 алмазов. Вау. 500 монет. Плюс. Плюс сколько? 10 бананов? Ёлки-палки. Так, давай прокачаем дядьку. Так, дядька до 4 уровня. Так, блин, понятное дело, ребята, он у меня не в команде, прикинь. А я его выжидаю. Взять, конечно же. Вот так вот мы поставим его. Ну вот, теперь все отлично. Блин, эта мина мне не нужна. Давай, наверное, мы... Или нужна? Пускай будет. Пускай пока будет, ребят. У тебя есть осколок. За мной. Here, не снимай защитные очки. Осколки духа можно обменять на мощные карты-артефакты. С этим первым артефактом мы сможем отправить обезьянку в бой. Нажми, чтобы выбрать. Ну-ка. У артефактов две стороны. Это как две карты в одной. Обезьянка видит, обезьянка делает. Так, давай откроем за осколки дох. Да, неограниченная мощь. Мартышкин труд, друзья мои, я открыл. Двойная тактика. Так, на траве без... Я не успел даже прочитать. Использую на юнит... Что? Так, на траве обезьянку на чужого коменданта. Пусть она его замедлит. Использую на юнитах, чтобы ускорить их атаку. А, вот оно как. Можешь взять артефакт в руку, если хочешь. Пусть обезьянка и дальше ищет осколки дох. Ну и артефакт. Слушай, ну действительно прикольный артефакт. Забираем награды. Со злыми обезьянками не шутят. Так, подожди секунду. А как мне ее взять, например? Вот она, да? Взять. Ух ты, вместо кого возьмем-то? Давай вместо мины. Посмотрим, что это из себя будет представлять. Что ты там делаешь? А, забрать награды? Опа, еще что-то мы тут с тобой новое. Ну вот хочу вот эту карту. Или подожди. А вот это что у нас? Давай вот эту возьмем. Варварша. Так, ох, ё. Наносит врагам большой урон. Дофига она выглядит. Слушай, варваршу мы взяли. Блин. Теперь надо ее как-то взять в команду, чтобы использовать. Так, я еще ее прокачать могу, улучшить. Атакует земля. Сколько у нее здоровья? 6600, ты прикинь? Так, взять. Я уже даже не знаю место. Вместо улья. Наверное, так, ребят. Ну, теперь-то мы пойдем с тобой в бой. Подожди. А, тут активировано, да? Все, поехали в бой. Не показывай ты мне больше. Ох, сейчас, ребята, мы протестим с вами. И варваршу, надеюсь, протестим, да? Кто у нас там еще? Обезьянка. Угу. Так, выхиси. Ну, он по... А, он слаб по кубкам. Куда он бежит? О-о-о-о. Смотри, что происходит. Please would be nice.
Давай, 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 давай. Ускоряем нашего Т-рекса. Ну-ка. Блин, я так и не понял, как, что это за урон. Ну давай, бомби. Блин, откуда у него вот эта вот заморозка, а? Он сейчас захиляется, ребят. Чап-чап-чап-чап. Пошел такой невидимый. Давай-давай-давай эту кикимору. На. Да, он, конечно, бомбит. Ох, у него хилбот, ребята. Он с хилботом ходит, прикинь. Ну что, посмотрим, кто такая варварша. Фига, она бежит. Как он? А, хилбот, блин, лечит его. Я все не могу понять, кто его там лечит, блин. Так, подожди секундочку. Кто там тебе? Опять хилботы, да? Чё-то меня тут прессует, по-моему, ребят. Мне так не кажется? А чё, я проиграл? Хилботы, я понял, ребята. Блин, ну тут нельзя без этих, без воздушных. У меня нету воздушных. Так, что, в бой? В бой. У меня нету противовоздушной обороны. Поэтому я не мог. Только лишь снайперский выстрел. Но у него очень большая перезарядка. Так, ладно, посмотрим. Сейчас потихонечку-потихонечку внедримся. Поймем, что к чему и почему. И как, и что здесь делать. Так. Храм с бабамс, да? Не, обезьяна тоже, ребята, не могу понять, если честно. У нас дядька вообще воздушную цель уничтожает или нет? Уничтожает. Ну-ка. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Так. Окей. Он бежит, да, сюда ко мне? Опять он хилбота вызвал. Я уже понял, что такое хилбот. Уходим, уходим, уходим. Лечимся. Gladly.
Блин, там осталось-то чуть-чуть. Ай-яй-яй. Так, невыгодно мне это сейчас пока. Так, мы ему взорвали башню, друзья мои. Успели. Давай-давай-давай-давай, отлично. И нам тоже подбили башню. Давай прессовать его уже, в конце концов. Есть. Так. Ну. Давай, Рекс. Все. Хух. Да, трешовенько, ребята. Трешовенько. Ну что же. То есть идем как бы, ну, ребят, есть, конечно, противники очень сильные, ты видел, да? С вертолетами, с киллботами. С этой самой заморозкой, там баба, которая бросает эти капсулы льда. Против вот таких команд, конечно, очень тяжело драться. Но я думаю, что со временем можно будет разобраться. И пойдет у нас с тобой дело, да? Отправляй карты членам клуба и проси карты у них. Попросим у товарищей прислать карту. Выбери юнит, которому хочешь помочь. Ну, я, например, хочу вот это, но вряд ли у кого-то там будет. Ждем членов клуба, чтобы отправить карты. И запомни, жертвуя карты, ты получаешь опыт. Все, я понял. Слушай, ну вот эту вот бабенка не кисло, ты видел, как она бежит? Со скоростью света. Так, ну что, друзья мои, давайте мы, наверное, с вами сейчас будем закругляться. Что у нас тут за награда? Ага, 500 монет. Вау. Шикарная награда. Я бы сказал, бы топовая, да? И задания у нас на сегодня выполнены. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.